В Ульяновской области активными темпами ведется газификация садоводческих товариществ. Как сообщили в администрации города Ульяновска, на первом этапе газификации будет охвачено 2126 домовладений. Сейчас работы ведутся в 4 СНТ. В поселке Борьба уже завершили строительство распределительного газопровода. Это создало потенциал для дегазификации населенного пункта и соседнего садоводческого товарищества. Другими словами, все работы газовиками выполняются бесплатно до границ земельных участков. Жители платят только за проведение газа в границах участка и внутридомовое газовое оборудование. Газоснабжение поселка Борьба в рамках дегазификации в настоящее время построена сеть газораспределения, состоящая из газопровода высокого давления, газопроводов низкого давления общей протяженностью порядка 3,5 километров. Установлен газораспределительный пункт. Жители поселка Борьба уже подали 23 заявки на дегазификацию. От одноименного СНТ поступило порядка 30 заявок. Работники уже начали прокладку газопровода до границ земельных участков садоводческих товариществ. А тем, кто только хочет подключиться к голубому топливу, необходимо соблюсти критерии подключения домовладения. Это должна быть жилая комната и кухня, это минимум. Полы соответствуют должны всем градостроительным нормам жилых помещений и должны быть выше уровня земли. Кроме этого, значит, назначение самого помещения, как я уже говорил, должно быть жилое, и высота помещения должна быть минимум 2,5 метра от пола до потолка. Ну и технические помещения, в которых будет устанавливаться газоиспользующее оборудование, это будет определяться также в соответствии с строительными нормами и правилами. На данный момент, по информации администрации города, ведется строительство сетей газораспределения до границ участков в 4 садоводческих товариществах Ульяновска – Дубки, Южный, Борьба и Юбилейный. Ведется также разработка проектной документации для еще 4 СНТ – Дальний, Поляна, Медик и Строитель. А вот в СНТ «Гвардейцы» работы уже завершены. Садоводы вкусили все прелести использования голубого топлива. И вот мы поставили ГРП в СНТ, провели газ, и сейчас мы от этого только получаем удобство. В плане того, что вот отопление, например, у нас не электрическое, а газовое. И этим очень хорошо, мы экономим и деньги, и никаких проблем нету с водой, со светом. Ульяновская область продолжает газификацию, открывая новые возможности для тысяч жителей. Подать заявку на дегазификацию можно очно или онлайн на сайте оператора. Для подачи заявки потребуется паспорт, СНИЛС, право собственности на земельный участок и дом, а также решение общего собрания членов СНТ. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.